Зачем их здесь поставили вообще? Загородили. Кто им разрешил? Управа. Они 3 года назад ее ставили. А деньги платил? Платил в управу деньги. Он управе платил деньги. Там Родин работал. Вот Родину он таскал деньги. Он и здесь совсем не нужен. Загораживать здесь. А вот там чуть повыше, я не знаю, вы туда ходите, на Литовском 9, там маленькая крошечная голубятня, знаете? С автомойкой рядом. Рядом с автомойкой. Не, я не видела. Да ее не заметно. Я знаю, вот там на Соловьином тоже есть небольшая. Это что, домена такую поставил? Угу. Загородил весь вид, ничего не видно, и потом зачем это надо? Так вот, ту маленькую голубятню, которую вообще не видно в зелени, она крошечная, ее вчера сносили. И маленькую эту и подавно надо снести. Кто он такой? Ну, вот надо жалобу писать. Потому что все загородило, ни травки, ничего нет. Я не знаю, я здесь не знаю, кто ему разрешил. Это давно было, а сейчас не разрешат. Может быть, срок кончился, что он уплатил? 3 года назад он поставил. В 2014 она году. Здесь была поменьше, а потом он вот такую сделал. Ну да. Я знаю, она здесь и не нужна. Говорит. Если бы я была помоложе, я бы пожаловалась. А сейчас я не сильная. А чего? А сейчас тяжело. Мне 87-й. Ну что, вот тяжело посидеть. Человеку. Что-то. Здоровья после не хватает. После инфаркта 2 астма бронхиальная. Я уже сейчас ходить не могу. Я вот дойду и сижу, пройду. А, и любуетесь на эту голубятню, да? Да, вот она мне не нравится. Здесь, между прочим, вот этот корпус, я здесь живу уже 39 лет. Вот. Здесь все по лимиту жили, кому. Тут общежитие же было. Да. А вот это вот не нужно. И они только здесь вот сидят, живут. Все жалуются. Не жалуются. Здесь живут. Передайте, пожалуйста, потому что я бессильна. Если бы я была помоложе, я когда-то была везде. И на работе, культур, проворка. В школе, в родительском комитете, в корпусном комитете. А сейчас я уже старый человек больной. Я задыхаюсь. Так что вот это не надо совсем. Ну ладно, здоровья вам. Спасибо.